Всем привет! Сегодня в своем видео я хочу вам показать, как можно быстро и легко научиться рисовать стрелочки. Так что, кому интересно, то продолжайте смотреть это видео. Ватной палочкой наношу базу под тени, тем самым я выравниваю поверхность своего века. Так подводка ложится более ровнее, нежели без базы. Далее я делаю как бы такой набросок обычным черным карандашом. Важно, чтобы карандаш был хорошо проточен, чтобы стрелочка была не слишком жирной. Карандаш легче стирается, нежели подводка, поэтому даже если что-то где-то не получилось, можно легко где-то подтереть ватной палочкой. И теперь беру подводку лайнер, и по этому наброску я прорисовываю уже саму стрелочку. Чтобы стрелочка была более выразительной, я добавляю на нее немного матовых черных теней. Вот и все. Пока-пока.